Очередное историческое преступление совершили боевики, запрещенные в России террористической группировки «Исламское государство». Они взорвали соборную мечеть Ан-Нури в иракском городе Масул. Мусульманское сооружение, построенное в XII веке, являлось в иракском городе второй мечетью. Это деяние террористов уже охарактеризовано как историческое преступление. Помимо мечети, боевики также подорвали и ее горбатый минарет. Он был единственной частью, оставшейся от первоначального сооружения из-за неоднократной перестройки. Обе постройки были в Взорваны в тот момент, когда иракские военные продвинулись глубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГИЛ.